Важная информация для тысяч вкладчиков, потерявшего лицензию Мастербанка. ВТБ-24 и Сбербанк сегодня начали выплачивать компенсации. Все те, у кого на счетах было не более 700 тысяч рублей, получат деньги в полном объеме. Тем же, кто хранил более крупные суммы, придется предъявить к банку требования о возврате оставшихся средств, которые будут погашаться в ходе ликвидации банка. Причем клиентов разделили по алфавиту. Сбербанк выплачивает возмещение тем, чьи фамилии начинаются на буквы от А до Л, а ВТБ-24 от М до Я. Между тем, ЦБ требует признать кредитную организацию банкротом. Соответствующий иск подан в Московский арбитражный суд. Мастербанк лишился лицензии в конце ноября за многочисленные нарушения, в том числе участие в сомнительных операциях. По версии следствия, в течение 10 лет через него совершались криминальные транзакции. Только за этот год обналичено более 200 миллиардов рублей.